по меньшей мере 45 военнослужащих Африканского союза и сомалийской армии погибли при нападении боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» на военную базу в Сомали, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в западных странах. Нападение боевиков на военную базу сил Африканского союза в городе Джанале на юге страны произошло во вторник. Как сообщало агентство Associated Press, нападение началось с подрыва автомобиля террористом-смертником у ворот базы, затем началась перестрелка, продолжавшаяся более часа. Боевики утверждали, что жертвами атаки стали десятки военнослужащих, однако официально власти не сообщали о понесенных потерях. Как сообщили телеканалу источники в западных странах, при нападении погибли, по меньшей мере, 20 граждан Уганды, принимающие участие в миссии африканских стран на территории Сомали. Более 100 человек были объявлены пропавшими без вести в результате атаки, уточняет телеканал. Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», движение молодых маджахедов, имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида», базируется в Сомали. «Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.